Йоу, народ, это снова я, Тайфун Бруклин, и моя рубрика для вас «Как научить детей». Сегодняшняя тема «Как научить детей делать кач вверх, а не вниз». Это намного сложнее. Кач вверх, в общем-то, довольно-таки актуален для фанк-стайлов, но и для нью-скул хип-хопа, поэтому он очень был бы не вреден, а полезен. Итак, как же научить детей? Как правило, когда они привыкли делать кач вниз, то переключиться в другую сторону очень сложно. Нужно понять, чем отличается кач вверх от кача вниз. По сути, это то же самое движение, но в бит мы приходим вверх. Вверх, 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 вверх. Вырабатывается совсем другое ощущение на разгиб коленей. Я бы добавил бы еще диафрагму. Поэтому я использую несколько различных упражнений. Первое из которых — это прыжок. Можно объяснить детям, что вам нужно выполнить прыжок. Ощущения вырабатываются очень похожи, но пока еще не те. Вторая методика – это вдох. Кстати, в танцах вообще очень много всего связано именно с дыханием. Мы об этом как-нибудь поговорим потом, поглубже. Танцоры очень часто забывают про дыхание. Начинают валить, набирая воздух и задерживая дыхание. Но сейчас не об этом. Если мы делаем ассоциацию с дыханием, связываем с дыханием, то на вдох мы, естественно, грудь вверх и поднимаем корпус, на выдох вниз. Все просто. Третья методика, если уж совсем ничего не работает, или просто для начала. Представьте себе, что мы берем в руки два ведра воды или два пакета с продуктами и поднимаем их. Возможно, именно такое ощущение сработает, ведь по большому счету мы подбираем то ощущение, которое сработает конкретно нашего объекта обучения, ребенка. Огромное множество шагов с качем вверх, поэтому я считаю, что этому качу нужно обязательно уделить внимание. 5,